Всем привет! Вы на канале Гильдия Леммингов, с вами Линк. И сегодня у нас рубрика Toys. Третий завершающий выпуск по Камара, китайскому китайцу. Вот мы его собрали, ребят. В прошлый раз несподиванка такая. В общем, неожиданно оборвалась запись. Ну, собственно говоря, неожиданно оборвалась. Поскольку больше 33 минут не записывает моя камера, не хватает объема памяти. Ну да, решил разбить вот на сегодня последнюю часть по разборке трансформации из машины в робота опять. Ну, назад, так сказать. Маленьким бонусом решил показать вам линеечку роботов и сравнить так коротенько саму машину от неизвестных китайцев с известными, так сказать. Ну, смотрите, размер приблизительно тот же самый. То есть вы видите, что по размеру машинки приблизительно все одинаковые. Если брать вот с рулеткой смотреть, то это где-то 25 сантиметров в длину и 10, ну, может быть, там чуть больше в ширину, до 11 сантиметров машинки. Вот приблизительно все идут вот тоже 10 25 26. БМВ немного меньше, где-то 24 сантиметра. Ну, сам факт, что приблизительно одинаковые размер, объем, так сказать, авто. И они из одной серии, ребят, они с цветом, со звуком, со всеми пирогами. А здесь вот я не помню, где... Вот. То есть это однотипные игрушки, и отличаются они только тем, что эти немного дороже, и качество у них получше, и пластик, и салона, допустим, как видите. То есть в салоне салон, в отличие от этого дела, у которого в салоне, как я показывал, руки, ракеты, пулеметы, в общем, все что угодно, только не то, что нужно. Вот, ну да, вот так вот они видят трансформацию, но зато робот получился вот лучше, чем все остальные, вот порадовал меня, так сказать. Ребят, ну, я думаю, что последний видос у нас будет очень коротеньким, поскольку не вижу смысла в 40-минутном, так сказать, трансформировании этого дела назад. Быстренько покажу обратную трансформацию в робота из машины. Самое главное — не сломать ничего при этом деле. И самое главное правило при трансформации: сначала ослабить все детали. Все детали, все замки, которые есть. Это вот капотные, двери, это вот задний. То есть вот это все нужно ослабить. Вот что, ну, не открывается сразу, ну, открывайте потом, это не суть важно. Дверки не открывайте до конца, потому что вы не сможете этого сделать, поскольку они заклинят, вот, и начнут ломаться. Лучше немножко подождите, и я покажу, как потом вот таким вот образом сделать это безопасно. Колеса открываете. Вот эту вот часть, эти замочки. Вот, и как видите, вот эта часть вообще легко открывается полностью. Вот это. То есть вот сразу хоп, пол машины нету. Вверх багажник. Аккуратненько поддеваете. Открываете можно не отсюда, а вот отсюда. Это тоже засчитывается. То есть как бы чем больше деталей вы откроете, которые будут держать соединение, тем проще потом будет сама трансформация. Вот.
Сейчас мы откроем вот эти места. Вот здесь вот самые большие два замка, самые сложные. Парни, очень аккуратно открываем по одному. Вот, может быть, там даже что-то подсовывая, как я там, палец, локоть и так далее. Вот, ослабляем вот эти вот два замочка. Только не отломайте их. Вовремя останавливайте руку. Даже, может быть, фиксируйте второй, чтобы не нарушить сцепку. Ну, чтобы рука не вырвалась вместе с деталькой. Вот. Это надо делать аккуратнее. Ну, пластик, как видите, он такой довольно гибкий, но я думаю, что если отогнуть, то сломаете очень быстро. Вот эти детали не достаются. Вот этот замочек, он тут хорошо выходит. И все, видите, вот оно все расползлось у нас вот таким вот нехитрым способом. Достаете, освобождаете вверх, достаете руки. Ребят, в первую очередь достаете руки, потому что они там держат всю внутренность, так сказать. Делаете краба. И поехали собирать его дальше. Собственно говоря, что там тянуть, ведь правда? Собираем. Достаете голову, ставите на место. Она вот здесь вот защелкивается. Вот, собираете эти пулеметики до кучи. Только надо убрать вот здесь вот колеса, выгнуть назад. Можете их оттянуть в сторону. То есть, чтобы они не мешали. Они вот на этих самых подвижные. И все, опускаете туловище вниз. Вот эти два крепления. Помните, мы мучились с ними. Вставляем назад. Да, вставляем ноги до конца. Вот эти замочки надо разобрать. Я отвожу их вверх обычно. Вот. То есть сама трансформация, это буквально при навыке 2 минуты. Ну вот, возможно, меньше. И если накатаете скилл, так сказать. И в машину собирать тяжелее. Разбирать, конечно, всегда быстрее, проще, легче и не занимает столько времени, как сборка его вот, в саму машину. Вот, задняя часть, вот то, что я говорил, ребят, вот этот момент, видите, оно должно быть внутри. Вот так вот, чтобы у него получился хвост. Вот, чтобы он был похож на шмеля. Ну и все. Собственно, он готов. Вот он. Бамблби. Лапы поставили, все поставили. Все защелкнули, все стоит. Вот, очень устойчивый, очень такой плотный. Сейчас немножко я центр тяжести выставлю, потому что он немного вот так вот и немного подниму вьюв для вас, ребят, чтобы заценить всю фигурочку. Вот он, готов боец, так сказать. Опа. Все, что хотел сегодня показать, то есть все, что не влезло в последнюю часть предыдущего выпуска. В общем, показал вам сравнение, пока посмотрите масштабы. То есть явно напрашивается ответ, что робот из этой же серии, возможно,
один из многих линеек со светом и звуком в этом же масштабе. Я подобрал случайно, то есть я не думал, что он будет из этой же серии, так сказать, это совпало случайно, ребят. Будет возможность, покажу вам еще всяких вот таких вот фигурок. Пока я над этим работаю, мне пообещали там что-то достать похожее. Но, так сказать, сейчас положение в стране не очень, так сказать, ну как это правильно? Война, короче, ребят. Война, и сейчас ничего не работает, все позакрывалось, и с видео, может быть, тоже буду выпускать немножко реже, поскольку нет возможности сейчас так часто это все записывать. Но не обессудьте, немного терпения, и все будет, ребят. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Линк. Всем пока.